Притяжательное прилагательное. Притяжательное прилагательное указывает на принадлежность предмета какого какому-либо лицу или животному, отвечает на вопросы «чей», «чья», «чью», «чьи». Мамин платок. Платок чей? Мамин. Катины книги. Книги чьи? Птичьи гнезда. Гнезда чьи? Притяжательное прилагательное изменяются по родам, числам и падежам. Притяжательное прилагательное образуется с помощью суффиксов «ин», «ын», «и», «ов», «ев». Нянины сказки, сестрицын платок, бараний рог, дедов костюм, Андреева дочь. Суффиксы «ов», «ев» уже уходят из употребления, поэтому форма прилагательных с такими суффиксами считаются устаревшими. Фамилии людей: Егоров, Семенов, Петров, Никитин, Егорова, Семенова, Петрова, Никитина сейчас являются именами существительными. Раньше эти слова были притяжательными прилагательными, отвечали на вопрос «чей?» Иванов – сын Ивана, Петров – сын Петра. Такие фамилии образовывались от собственных имен. Иван, Петр – при помощи суффиксов «ов», «ин». А само слово «фамилия» через польский язык пришло к нам из латинского языка. Сначала оно называло семью, род, домочадцев, а потом родовое семейное имя, то есть фамилия – это имя семьи.